Депутаты окружного парламента заслушали отчет Счетной палаты Ненецкого округа о финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального предприятия «Нарьинмардорремстрой» за 2017-2018 годы. Кроме того, в ходе заседания речь шла о ситуации на предприятии на сегодняшний день и его финансовом оздоровлении. Дорожное предприятие Ненецкого округа «Нарьинмардорремстрой» находится в нестабильном финансовом состоянии уже несколько лет. Такое заключение озвучила Счетная палата Ненецкого округа. Увы, но кредиторская и дебиторская задолженность предприятия нарастает снежным комом с 2014 года. За период с 31 декабря 2017 по 31 декабря 2018 задолженность увеличилась: кредиторская на 16,4 миллиона рублей, дебиторская на 54,4. Такое же состояние наблюдалось в наличии дебиторской кредиторской задолженности в 2014, 2015, 2016 годах, которые были выявлены проверкой, проведенной Счетной палатой в 2017 году. Нарушения Счетной палатой были выявлены и в ходе проверки контрактов на Нарьинмардорремстрое. Вот они по одному объекту недополучили выручку на 1,8 млн, по другому объекту получили штраф в размере 300 000. По некоторым объектам контракты были расторгнуты, поскольку они в установленный срок не исполняли свои обязательства. Это к вопросу об организации работы и об управлении данным предприятием. Данная ситуация, отмечают аудиторы, сложилась из-за неэффективного управления предприятием. Несмотря на разработанный в 2018 году план финансового оздоровления, осенью того же года по решению суда был назначен арбитражный управляющий, который, по информации Счетной палаты, не всегда в своей работе учитывает интересы региона. Мы не можем давать указания арбитражному управляющему, он назначен судом, и, соответственно, мы можем его только просить учитывать интересы округа. Интересы округа какие? Сохранить коллектив, сохранить имущество, сохранить производственные мощности и так далее. Значит, по нашему мнению, на текущий момент, учитывая, что контракты выполнены и что, так сказать, коллектив сохранен и прочее,